Видео создано при поддержке музыкального магазина «Динатон» и студии звукозаписи «Аркус Рекордс». Всем привет, меня зовут Скрипа, и сегодня мы будем с вами разбирать песню Эл-Джея, которая называется «Минимум». Я покажу, как она играется в оригинальной тональности с барре. Я покажу, как она играется в оригинальной тональности с каподастром, с легкими аккордами, и также покажу, как можно эти тональности менять. Эта песня несложная, здесь всего 4 аккорда, и я сейчас спою. На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дофига. На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, иди сюда. Вокруг одни идиоты и цвета диоды. Я пью черную воду и алкоголь. Я не знаю, кто ты, да и пофиг. Ведь сегодня ты точно пойдешь со мной, точно пойдешь со мной. И я холодный, как лимонад, никто в этом не виноват. И я холодный, как лимонад, никто в этом не виноват. На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких. Итак, давайте приступим непосредственно к разбору. Какие же тут оригинальные аккорды? Первый аккорд — это до минор, СМ, от пятой струны третьего лада. Затем си бемоль мажор, от первого лада пятой струны. Потом идет фа минор, то есть FM, от первого лада шестой струны. И аккорд соль, то есть G, от шестой струны третьего лада. Но так как не все у нас умеют, не каждый любит играть барре, мы просто берем каподастр, если он у вас есть, ставим все это дело на третий лад и играем обычными аккордами. Ну, то есть самыми легкими, самыми простыми. Я их буду называть по аппликатуре. По сути, по тональности названия остаются такими же. То есть до минор, си бемоль мажор, фа минор и соль. Но мы их будем зажимать простыми аккордами, такими как АМ, ля минор, затем G, соль, ДМ, ре минор и Е ми мажор. Если у вас есть каподастр, таким образом вы можете играть в абсолютно любой тональности, которая вам подходит. То есть если для вас высоко, вы можете сделать пониже, либо повыше, как удобно. Играть это можно любым боем, например, вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. Самым стандартным боем. Вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, вниз. Не сверх, вверх, не сверх. Запуталась. В общем, на каждый аккорд один раз играем бой. И таким образом у нас получается песня Эл-Джея Минимал. Можно сделать пониже, допустим, здесь. При этом тональность поменяется, и здесь уже нужно будет петь ниже, то есть... На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дофига. Делаем выше. Меняется тональность на полтона вверх. На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дофига. Либо мы совсем убираем каподастр, играем простыми аккордами, и получается у нас песня еще ниже. На баре синяя, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дофига. То есть, если у вас есть каподастр, точнее, если у вас его нету, то вам по возможности желательно его приобрести, чтобы
вот такими штуками заниматься. То есть менять тональность при помощи каподастра и играть это обычными простыми аккордами. Ну, либо играть просто баре. И таким же образом тоже можно поменять тональность. То есть мы вот эту всю структуру переносим повыше, то есть можно здесь играть. Или здесь играть. То есть квадрат просто переносится по тональностям. По сути, ваш палец, который зажимает баре, вы можете заменить каподастром и играть обычными аккордами. В общем-то, вам решать, как менять тональность песни, и менять ли ее вообще, и как играть с каподастром или без, на ваше усмотрение. Я лишь говорю, что эта песня играется на 4 аккордах, и ее можно сыграть так-то и так-то. Если вам помогло это видео, то ставьте лайк. Если не помогло, можете поставить дизлайк, написать в комментариях какие-то вопросы, на которые я отвечу. Подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получать уведомления, там, друзьям рассказать, что вот есть такие мы, которые делаем такое вот видео. Например, вот. Ну, в принципе, это все. С вами была Скрипа. До скорых встреч.